Добрый день, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем проходить Fatal Frame, четвертую часть Маска лунного затмения, он же Фатальный кадр, он же Project Zero. Рад всех видеть на моем канале, кто сейчас есть. В общем, сегодня мы уже будем завершать четвертую часть, поскольку, как мне говорили, уже осталось недалеко, как говорится, до конца игры. Так что, друзья, недолго осталось проходить. Загрузим нашу игру. Что-то тут провод весь закрутился. Чего разъединил. Так, ладно, в общем, мы уже практически оказались в финале игры. Так что, друзья, теперь нам нужно вот сюда перейти, на эту сторону. Давайте перейдем. Так, ну, в прошлой трансляции мы уже уничтожили довольно-таки много призраков. И одного такого более сильного призрака. Разорвали три талисмана. Узнали о прошлом нашей главной героини Руки. Рука, так зовут нашу главную героиню, которую я сейчас управляю. Так, ну и в принципе поняли, что в ее доме делал, так сказать, ее отец делал маски, как я понял, для вот этих церемоний, которые вот здесь проходили, вот на этом месте. А дальше, сейчас мы узнаем, что будет дальше и к чему приведет вся эта сюжетная линия, какая будет развязка. Раз заранее сохранился, чтоб на всякий случай, не хотел рисковать идти дальше, думал оставить финалку на потом. Так, ну в принципе мы во все оружие уже готовы, пленка у нас есть, единственное, наверное, зелий нету. Кстати говоря, стоит посмотреть, есть ли зелья. Нету. Да и здоровье наполовине. Но надеюсь, нам дадут хотя бы одно зелье. Так, сейчас куда нам нужно идти, интересно? Здесь забаррикадировано, вон там есть дверь. Это значит, надо отсюда, понятно. Так, спускаемся. Еще раз карту гляну. Все правильно. Сейчас. Ах, да. Я же вниз сюда не пошел. Вот в этот проход помню. Надо посмотреть, что тут интересного. Кстати говоря, 30 кукол мы собрали. После чего. После этого нам. После еще прохождения игры нам должны дать бонусные костюмы. В всей игре были раскиданы вот эти разные 30 кукол. Открывается ли эта дверь? Открывается. Так, а вот здесь мы не были, кстати говоря. О, какой красивый зал. Здесь при свечах. Напоминает мне из первого Fatal Frame. Привет, Буба, рад тебя видеть. Как видишь, у нас уже финалка, я думаю, будет в этой части. Так, в общем, ее забрали с того фестиваля, она сейчас говорит. Но это мы, по-моему, уже переделили. Внутри она сейчас говорит. Мой отец там внутри. Как? Глубже. Как? Глубже.
Да вы издеваетесь, опять что-то. Как так? Блин, ну это вообще, если честно, опять это будет. Только дурацкое управление, как всегда, нам не дает это сделать правильный кадр. Ну, это отвратительные игры. Их несколько. Ой, не успели мы начать игру, как мы тупо погибли. Я не знаю даже, как это прокомментировать, просто и по-идиотски. Ну ладно, давайте не будем тогда сюда ходить. Пойдем вдруг в пас потом уже. Блин, ну конечно опять этого призрака нам дали. Ни с того, ни с сего. Блин, ну это вообще, конечно, идиотизм. Не успели зайти, нам уже и призрака хорошего дали, тяжелого. Ни аптечек не дали, ничего. Блин, сейчас опять туда добираться, ну вообще прекрасно. Ладно, мы тогда туда не пойдем, в тот проход, пойдем в другой. Блин, вот это, конечно, управление дурацкое. Вниз вверх. Не знаю, надо было сделать с самого начала на джойстик. Довольно неудобно проходить на клавиатуре с этим управлением. И как назло, такие призраки попались, которые внизу, которых надо на низ наводить. Само по себе уже неудобно. Ну ладно, это, в общем, не суть. В общем, нужно как-то пройти. Опять у тебя два призрака на канале будут ждать. Ну да, потерянные души, так сказать. Так, сейчас нужно идти тем путем, только с другой стороны. Тот проход я не хочу ходить. Если, наверное, мне поднадоели эти призраки уже. Не то, что даже сами призраки поднадоели. Поднадоело это управление, при котором приходится с ними сражаться. Так, ну давайте пойдем сюда. Правильно же я вроде иду. Надо посмотреть, правильно ли я иду. Так, ну вот проход, дверь и еще одна дверь. Сейчас посмотрим, куда мы идем и куда нас заведут. Так, секунду. Где-то из кукла похоже, потому что звук идет. Вот как вот при таком управлении можно попасть в призрака, когда еще вдобавок двигаться нужно и кнопку нажимаешь, она уходит. Это вообще дико неудобно. А где-то кукла спрятана. Вот я вроде бы всех кукол уже нашел. Может, с другой стороны? Ага, вот. А сколько этих кукол-то? Я же вроде думал, что здесь кукол 30.
Так, отлично. Еще одну куку мы нашли. Хорошо, что я услышу этот звук. Когда рядом кукла, он такой типичный звук издает. Ну, игра издает звук. Так, давайте сюда зайдем. Закрыто. Блин, и здоровья мало. Аптечек нет, но это вообще идиотизм, если честно. Я-то, в принципе, мог бы и одолеть этих призраков, но вот если бы не управление. Так, мы, по-моему, тут уже были, насколько я помню. Давайте зайдем еще раз. Да, это дом Руки. Нашего персонажа, которым мы управляем. Тут мы были уже. Мы уже все смотрели. А что нам тут делать, я не знаю. Хотя, наверное, может, нам не сюда показали идти. Мне кажется, нам показали идти нужно туда, как раз таки, в то место. Сколько оно не зря было показано. Ну ладно, попробуем сразиться с этим призраком. Блин, я не знаю. С таким-то управлением. Я, конечно, попробую поймать одного призрака хотя бы. Примерно я помню, как они атакуют. Конечно, не нравится эта идея, хотя надо попробовать будет хорошую пленку тогда запустить, уже уверенно. Хотя их сколько там, даже я не знаю, может их опять 5 или там сколько их было. Так. Хоть бы вот здесь бы сохраненку поставили, чтобы уже уверенно, как говорится, можно было идти вниз. А тут бежать опять эти целые длинные километры же делать не очень, так сказать, удобно. Так, надо попробовать спецснимки сделать этих призраков. Как-нибудь одного поймать. Поймать одного и сделать хороший снимок. Так. Синюю пленку попробую. А, ну тут уже автоматически. Ну давайте-ка попробуем сразиться. Они еще появляются так в разных местах. Блин.
Как она меня схватила? Вот это я не могу понять. Я вообще уходил в другую сторону. Она вообще в другую сторону лапы своей, так сказать. Ну, в общем, вы все видели, друзья. Я вообще не понимаю вот этого, конечно, непонятного какого-то действия со стороны призраков. Как она меня могла схватить, когда я вообще в другую сторону убежал? Буквально метр от нее был. То, что я рядом был, это как-то игра засчитывает то, что я рядом с призраком, наверное, был. А учитывая то, что призрак в какую сторону был повернут и куда он руки протянул, это не учитывается. Ну, я по крайней мере вспомню, как с этими призраками сражаться, так что сейчас постараюсь с ними быстро разобраться. Да, игра вообще на изи заходит, да, вообще на изи, Буба. Совершенно на изичах. Да нет, здесь буквально, я же говорю, это дурацкое управление. Сами призраки, они легкие, реально легкие. Но вот это управление, это вообще, конечно, не успел я как назло настроить этот джойстик. Или вообще возможно ли как-то? Вообще, конечно, возможно настроить. Но в любом случае, уже пройдем игру как есть на таком управлении. А потом уже к следующей игре, если какая-нибудь игра будет на этом эмуляторе Dolphin, то тогда уже настроим управление конкретно под джойстик, чтобы не было такого геморроя, как в этой части сейчас. А то это слишком, как говорится. И так трудно, так еще и управление тебе максимально усложняет жизнь, как говорится. Еще целый вот этот километраж бежать. Вообще, конечно, неудобно. Ну ничего. Я, по крайней мере, путаю. Там надо просто поймать призраков. Не нужно от них убегать много. Нужно найти такую определенную позицию, когда они появятся перед тобой. Ну, чтобы как бы и расстояние между было моим персонажем и ним, призраком. И чтобы я его сфоткал, как бы и все. Так, поставим тогда сразу пленку зеленую, чтобы уже уверенно, как говорится, щелкнуть по призраку. Так, нужно же в эту сторону. Так, надо с этими призраками разобраться. Они вообще легкие. Сейчас я постараюсь их профессионально, так сказать, одолеть. Они так появляются и исчезают, не поймешь, откуда они выглядят. Вот я же говорю, вот элементарно. Один обманет, другой схватит. Но вот как ты не поймешь, откуда они выглядят. Так, ладно, сейчас попробую вот так пойти. Так. Еще понять бы, сколько их тут вообще, этих призраков. Один готов. Сколько их еще осталось? Так. Ой-ой-ой-ой. Да. Что за фигня? Я вроде впереди хотел призрака поймать, а сзади откуда-то появился призрак. Самое смешное, что я просто... Он как-то появился и схватил меня сразу же. И непонятно, сколько их тут, три или двое или четверо, я вот это не могу понять. Так, ладно, попробуем еще раз, в принципе, я понял, как с ними сражаться, нужно сейчас еще раз попробовать, просто вот этот эффект неожиданности. Сейчас был, да, вот это, конечно, гемор, то, что еще и жизни мало, но, по крайней мере, радует, что хоть одна попытка у нас есть еще. Если вдруг нас кот как бы поранит, то еще есть одна попытка. Ну только одна. Блин, это вообще, конечно, хардкор какой-то у нас начался на стриме. Может сразу поставить сильную пленку, красную, чтобы не мучиться. Вот так, одним разом.
Два выстрела, конечно, было. Вот так можно, конечно, одним выстрелом. На изичах. Особо, как говорится, не париться. Золотая пленка есть. В любом случае на босса пойдет. И они так еще хитро появляются, вот эти призраки. Появляются. Ты бежишь вперед, они появляются и исчезают. Потом они снизу могут появиться и тебя схватить за ноги. Потом они как-то появляются и опять исчезают. Как-то непонятно в этом плане. Ничего, сейчас мы их уделаем. Таких, как говорится, призраков изгоняли. Эх, вот если бы не управление, я бы их, ого-го, с первого раза изгнал бы. Повезло просто, что они маленькие. Мне приходится вниз давить. Так, ладно, сейчас надо поймать их хорошенько. Поймать их очень удачно. Нацелить камеру. Один точный выстрел хороший. И все. И непонятно просто, когда атаковать призрака. Он вроде бы появляется, потом он вроде бы исчезает. И их двое или трое, вот это тоже непонятно. Блин, я уже забыл, куда я бегу. Не в ту сторону. Из-за этого как бы путаешься, откуда он сейчас вылезет. Пока ты можешь одного призрака уничтожать, другой тебя может сзади схватить. Тут как в данном случае, последний раз, когда меня сейчас убили. Вот это, конечно, немножко усложняет ситуацию. Я уже не говорю про управление. Так, ну давайте попробуем еще раз, конечно. Нам в любом случае придется их одолеть. Другого выбора у нас нету. Так, надо сейчас поймать их. Господи, какие-то маленькие призраки меня удивляют. Так, готовимся к бою. Так, вот один из призраков лапу протянул. Блин, мимо. Как нас поймали? Я же ушел от рук-то. Я же видел это даже сам. Привет, анимуш. Рад тебя видеть. У нас тут жаркие бои с маленькими призраками. Как она так тупо ловит вообще? Просто вообще, я не знаю. Тут нечего делать. Меня запутали. Кто меня атакует? Кто меня атакует? Постараюсь поймать. Они вот появляются и улетают куда-то обратно. Пойму их не так. Да, хорошо. Сейчас я просто хочу поймать момент удачи. А то еще снизу выползет. Я же знаю. Призраков. Вот. Ох, блин, друзья, вы же это видели сейчас, вы просто это видели. Я вообще от нее далеко убежал, а она меня как-то схватила. Это прям было видно, когда я вперед убежал, она вообще в другую сторону буквально руки протянула. Я от нее метр полтора, наверное, был. Что же это такое, что же за нечестные, как говорится, выходки со стороны игры? Если вы все застряли в чате, да, они как говорится, застряли в том постстороннем мире. Блин, ну что ж такое, а? Что ж такое-то творится на стриме-то, а? Одни застревают, другие погибают. В данном случае я тут от призраков. Блин, надо как-то этих призраков уделать. Что же за призраки-то такие? Неугомонные. И тактика у них такая еще, блин, дурацкая. Один исчезает, другой появляется снизу, может появиться, или сбоку. Ладно, постараемся сделать так, изменить тактику. Просто
чуть-чуть пробежимся и остановимся и прицелимся какого-нибудь призрака, который вот будет. И все. Не будем так бегать по 100 раз. Чуть-чуть сейчас пробежимся, когда они появятся. И постараемся поймать первого попавшегося призрака. И накопить энергии и сфоткать его. Жестко что-то игра нас испытывает. Вообще, конечно, неправильно так проходить игру в таком-то управлении. Хотя тут много чего неправильного вообще происходит в этой игре. Но если мы сегодня не пройдем, я после стрима зайду в Google, посмотрю вообще, как настроить на джойстик управление. Блин, опять я не туда бегу, ну что ж такое. Посмотрю, как настроить управление на джойстике, чтобы прекратить этот кошмар. Но если, конечно, сегодня пройдем, то уже об этом не особо придется думать, хотя придется думать для других игр. Так, ладно, давайте-ка разделимся с этими призраками надоедливыми. Так, надо сейчас их поймать. Они вообще легкие-то, по идее. Вот сейчас попадем, поймаем первый призрак и все. Да ладно, изичек же все шло. Да если бы Буба. Сейчас зайдет на изичек. Сейчас зайдет. Так, ну идите сюда, вы призрак. Давайте, давайте, идите сюда. Вот снизу один появился, непонятно откуда. Так. Так. Все, валим, 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 валим. Один готов. Один готов. Так, сейчас надо их технично еще раз поймать. Вот сзади один у меня идет. Так, это удачно их постараюсь поймать. Так, 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 так. Блин, ну один исчез, и он снизу появился. Но это вообще, конечно, подлинненько. Ну ладно, еще есть попытка. Вот опять исчезла. Ага. Так. Так. Блин, опять. Ну что это такое? Только я сфоткал того призрака и внизу меня схватил. Ну блин, и самое смешное, что первая одна запасная попытка, она сразу же тратится. Сразу же. При том, что я стараюсь аккуратным быть, она сразу же тратится. Вот это закон подлости. Почти как Бонч, ну давай, иди сюда ты. Ну да, типа того. Блин, треклятые призраки-то, а. Ой, какие призраки-то заносчивые попались. Да они легкие, блин, надо просто поймать их правильно. И один вот этот приемчик их дурацкий снизу появляться, или не знаю, как там еще они убивают. Да, снизу. Вот чаще всего у меня снизу вот этот появлялся призрак и убивал. А так они вообще легкие. Надо их сейчас... Ну, сейчас я их быстренько уделаю. Сейчас я поставлю пленку, я забыл ту же пленку поставить нормальную. С одного выстрела их, как говорится, завалить. Сейчас поставлю хорошую пленку. Красненькую. Чтобы с одного выстрела уверенно. Там вообще все на изичах. Просто надо удачно это все совместить. Изи, говорю же. Ну да, вообще изи. Изи, Буба. Изи, 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 изи чешский просто. Тут. Сейчас мы за изичим тут всех. По полной. Не таких призраков еще валили. А тут какие-то маленькие девочки. Тут хотят от нас
Непонятно что. Сейчас мы их уделаем. Так, 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 так. Мне прям не терпится их одолеть. Так и хочется их сфотографировать от всей души. Сделать памятное фото. Так, сейчас мы их зафоткаем. Так, так, я правильно иду хоть? Так, да, правильно. Так, надо сейчас их правильно, аккуратно зафоткать. И все. Честно сказать, уже хочется пройти эту игру, если честно. Потому что я уже устал так бродить туда-сюда. Хочется уже немножко разнообразия в играх, помимо Fatal Frame. Блин, вот опять я перепутал коридор и иду не в ту сторону. Я думаю, это тот коридор, а это, кажется, не тот коридор был. Тут же двойной коридор. Так, ну-кость. Так, пленка же стоит красная, стоит. И вот это еще то, что вниз нажимаю, меняется функции, что неудобно. Да поставлю сразу на эту функцию, а при повторном щелчке уже будет та функция. Кстати говоря, можно сейчас будет применить этот, как он назывался-то. Вот эту зеленую или желтую линзу. Еще же пятая часть есть, вдруг получится нормально запустить. Да запустим пятую, конечно, будем проходить, само собой. Запустим пятую. Просто чуть-чуть перерыв сделаю между четвертой и пятой. Еще, кстати, есть две части спин-оффов. Да ладно. Ну, посмотрим там, что за спин-офф. Сейчас главное вот эту часть пройти. А там дальше видно будет, что как. Да. Ну вот как это можно за честный бой воспринимать? Она нас хочет схватить и появляется снизу и хватает снизу. Ну это вообще просто вот закон подлости, и просто я не знаю, как даже назвать это. Хоть не поймала сзади, блин. Да. Ну отлично, я в ловушке. Вот нас уже решили одну попытку. Буквально тупо. Решили. Непонятно. Да. Краем левой руки нас убило. Схватило, убило. Блин, ну надоело, честно сказать, вот это вот. Одно и то же, как говорится. Туда-сюда бежать. Погибать по одному и тому же сценарию. Надо их как-то уделать, блин, что ж такое-то? Но я заметил, вот когда нас хотят схватить. Когда нас хотят схватить. Она исчезает почему-то. Как будто останавливается и с пола появляется. И хватает за ноги. Тут уже фиг убежишь. Вот ты влево от нее будешь, хоть ты вправо будешь, она тебя по-любому схватит. Так, надо подумать, как бы тут, блин, вот, надо было им именно этого призрака засунуть, а? Самого-самого такого вот неприятного. Блин, что это, конечно, управление добивает. Но ничего, надо как-то пройти это место. Конечно, на клавиатуре вообще неудобно играть, с одной стороны. Ну, удобно в плане вот так сейчас как ходить и фоткать, но... При бое это вообще неудобно. Я заметил только сейчас. Так что на джойстике в раз 10 плюсов, как говорится, лучше. А здесь почему-то вообще неудобно. Блин, ну хоть бы дали бы аптечку. Даже ни одной аптечки не дали. А у нас здоровье-то маленькое. Блин, они, наверное, думали, такой легкий призрак. Анимуша меня спрашивает, вроде бы не знаю, что купить, Ведьмак 3 или Mortal Kombat X.
Ну, анимуша, тут смотри, разные как бы игры и жанры. Лучше, конечно, покупать, если ты любишь... Если тебя тянет на замесы, как бы... Ну, в принципе, лучше Ведьмак 3. Там хоть и красивая история, и... Замеса хватает, в принципе. Лучше бери Ведьмак 3. И лучше, конечно, полное издание. Но это если у тебя есть средства. А так, конечно, основное издание. Советую брать Ведьмак 3. Он того стоит. Игра уже не раз доказала, что она очень хорошая. Я ее тоже купил. Полный сборник. Mortal Kombat X. У меня пират. У тебя пиратка стоит? А. Ну тогда бери уверенно Ведьмак 3. Поверь, не пожалеешь потраченных денег. В принципе, он и на старых компьютерах запускался. Думаю, на твоем компьютере он тебе тоже легко запустится. Так, ну-ка. Побежим немножко. Пробежимся, пробежимся. Так, ну где вы, призраки? Вот одна идет. Понятно. Так, я сейчас фоткаю. И исчезла. И появляется снизу. И хватает как-то. Как это можно воспринимать? Ой, как же это можно воспринимать, если честно, а? Я же, главное, еще успел сфоткать-то. Вообще нечестно, просто нечестно. Ты неприятный призрак, да? Ну иди сюда. Блин, как же неудобно-то. Не уничтожил один раз. Мало было. Давай, 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 давай. Ага, протянул лапу. А, и снизу. Давай, 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 снизу. Так, попалось. Один готов, точнее одна. Привет, Мухубка, рад тебя видеть на канале. Тут мы проходим Fatal Frame 4. Трайхардим, как говорится. Это призраки издают шумы. Сейчас они прекратятся, если я завалю этого призрака. Так, 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 так. Ай-яй-яй, сейчас меня точно копнут. Тут все, я попал. Я не успел. Не успел. Я сегодня днем на ее канале был. На чем канале, анимуша? А, на Мухубка ее канале был. Да, фух, тишина, как говорится. Неприятные, конечно, издают звуки эти призраки. Ну ладно, в общем, мы должны как-то это преодолеть. Но, в принципе, легко их одолеть. Я так думаю. В любом случае, мы должны их победить, этих призраков. Они легкие, надо просто поймать момент и удачный кадр. Минька, а не Мупка. А, прошу прощения, Минька. Неправильно прочитал, извиняюсь. Просто я не силен вот в этом таком писании ников, когда их пишут немножко так, необычно. И поэтому могу с ошибкой прочитать. За что дико извиняюсь. Так, в общем, куда же теперь? А, куда туда. Так, поставим сразу хорошую пленку красную. Ну, это, знаешь, Минька... В общем, все, я думаю, могут какой-то ник не прочитать правильно.
Но я стараюсь, конечно, правильно читать, поскольку, опять-таки, кого-то это может оскорбить, кого-то это может, как говорится, обидеть. Так что заранее, если там вдруг кого-то не так назову, извинюсь. Так что все путем, как говорится. Так, ну, Миника, как ты видишь, мы сейчас проходим Fatal Frame 4, маска лунного затмения. В переводе фатальный кадр. История повествует о пяти девушках, которые приехали на остров, точнее, трех девушках, которые приехали на остров, и изучают свою историю, то, что здесь произошло на острове. Они тут раньше жили 10 лет назад, но тут случилось бедствие из-за какого-то ритуала неудачного. И в итоге вот сюжет такой примерно. Тебя как только не называли, но не хочу даже знать, как тебя там только не называли, но надеюсь, не слишком грубо. А, вот сейчас я только понял. Минька. Да, точно. Просто мне показалось, что это английские буквы, они очень похожи. Эх, ну, шейбы. Ну да, ну, хотели узнать свое прошлое. Вот в итоге тут все оказалось в призраках. Так, ну-ка. Сейчас, в общем, нужно... Мы, в общем, уже где-то у финала игры, так что, я думаю, наверное, недолго осталось проходить. Хотя, не знаю, не уверен. Но сейчас нам попались очень сильные призраки. Даже не то, что сильные, неудобные, но я постараюсь их одолеть. В любом случае, у нас нет выбора. Транслит, а? Понял. Так, ну давайте-ка делаем этих девчонок. Ну где же вы, девчонки? Девчонки, девчонки, хорошие девчонки. Ну где же вы, девчонки? Вот они, девчонки. Мы их делаем, поймаем их всех. Так, 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 бежим, 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 бежим. Вот снизу появилась. Успел вовремя. Успел. Так, сейчас я поймаю момент. Ай, по-моему, схватил. Схватили, схватили, схватили. Схватили. Блин, не по-любому схватили. Не дали нам запасную попытку, не оставили. Так. Наполняем энергию. И кадр. Тяжелый призрак. Так, ладно, постараемся сделать чуть-чуть аккуратно. Так, попалось. Даже две попались. Неплохо. Так, 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 третий кадр. Две. Двоих победил. Ух ты, двоих сразу. Еще сколько их осталось, интересно. Так. Одна и две. По-моему, по идее, две должно только остаться. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Сейчас мы поймаем удобный момент. Они-то любят уходить, отходить, призраки. По-моему, один остался, призрак. А, нет, два. Два осталось. Один сейчас я жду внизу появился. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Фу, успел. Успел. Так. Так, отвлекаемся. Отвлекаемся. Так. Так, 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 так. Блин, они так ходят, я не могу их поймать правильно. Одна меня может отвлечь, другая схватить. Вот, вот. Как? Ушел туда вообще. Как-то схватило. Ай, блин, а так все хорошо начиналось. Серый, ты сегодня на веселе что-то праздновал, что ли? Да нет. Просто. Просто, как говорится, анимуша.
пытаюсь с хорошим настроем закончить игру, если так можно это выразиться. Так, ну блин, ну так, конечно, хорошо начали. Ну, ладно, попробуем еще раз. Походу там 4 штуки этих призраков. Так, ну ладно. Сейчас поставим пленочку. Блин, какие же это призраки неприятные. Но их можно уделать, потому что они мне уже попадались в одном месте. Вот здесь рядом. И я их победил. Где все твои аптечки и грейды здоровья? Я вот, кстати, не знаю. Аптечки все куда-то делись. Они, походу, распределяются между разными персонажами. А аптечки... А грейды на этот, на персонажа и здоровья, по-моему, такого тут нету. Ну-ка, посмотрю вообще, что я могу хоть улучшить. Может быть, мне удастся улучшить что-то. У кристаллов у меня не хватает в любом случае на скорость. Да и на что-то другое. Ну, у меня и так камера мощная достаточно. По силе она максимально наворочена. Так, надо сейчас ее уделать, этих призраков. Надо. Блин, какие же они занудливые, эти призраки. Нечестные, можно так сказать. Хватают только так. За ногу схватят. Блин, ну как же я красиво двоих призраков сразу завалил, а потом на, как говорится. Ну ладно, сейчас попробуем еще раз их победить. И не знаешь же, кто их из них будет атаковать, ведь двое. Один может вообще снизу появиться, ни с того ни с сего. Нужна еще реакция, а на клавиатуре с мышкой это трудно сделать. Вообще неудобно все расположено, конечно же. Так, ладно. Появилась такая, да? Геймпад есть, но я не настроил его просто на этом эмуляторе, к сожалению. Так, попалось. Как она меня схватила, но это не было видно, когда я убежал. Как? Я же убежал вперед, как это возможно? Что за бред такой, а? Как они не боятся меня схватить? Так. Минус вторая. Да они вообще легкие, сейчас я попробую точно сделать. Я, кажется, понял, как это легко. Так, исчезла, появилась. О, не хватило, это радует. Да, я знаю, что меня плохо слышно во время поиска. Я уже эту проблему пытался улучшить и исправить, но все же походит так плохо. Еще один готов, остался, по-моему, один или два. Ай, блин, по-моему, промахнулся. Ну, блин, так все хорошо начиналось. Ай-яй-яй. Но все, я теперь понял, как их легко убить. Это точно я уже усек.
Я уже теперь понял, как их быстрее завалить. Там вообще легко. Сейчас я попробую. Я даже бегать не надо. Надо посмотреть, кто просто руки протягивает, и все. И в этот момент понять, когда они начнут атаковать или нет. Все, там вообще все на изичах. Я даже, наверное, поставлю, может быть, золотую пленку, чтобы одним выстрелом завалить, как говорится, чтобы особо не париться. У тебя ОБС? Да, у меня ОБС, в общем-то. Напоминает босс испытаний из прошлой части. Да, есть немножко. Блин, мне почему-то, к сожалению, все равно плохо слышно во время битвы с призраками. Ну, потому что игра громко орет, и я пытался это тоже исправить. В ОБС и так поднял уровень звука на микрофоне. В итоге ничего все равно, как бы, походу, эффекта не дало. Ну и в игре тоже я не пойму, как сделать игру потише. Я вроде бы убирал звук в игре потише, делал, но все равно, похоже, он громкий. А так изменю, я даже не пойму, где тут эта функция есть. Здесь нет этой функции. Ну да ладно. В общем, я во время боя просто буду молчать, и все. Так, сейчас я уделаю этих призраков, я теперь понял их не слабое место. Надо просто увидеть ту, которая тянет свои руки. И в нужный момент понять, когда она будет атаковать снизу или когда будет на персонажа прыгать. Так что сейчас мы это поймем. Так, сразу поставлю пленку. Ну, поставить третья. Ну, блин, золотая очень редкая. Я ее только два раза в игре всего лишь давали. По два снимка. Я сейчас игру прохожу, она у меня тоже громко была в ОБС, меняла, не помогала проходить. Приходилось в игру перезвонить, чтобы звук поменялся. Перезаходить. Понял. Ну да, есть тут тоже такое дело. Так, ну, сейчас, по крайней мере, я же говорю, буду молчать во время боя, если что, как бы, лишнее не буду говорить. Потому что мне неохота выходить из игры, как бы, и опять убирать этот звук. В принципе, секундное дело, с одной стороны, хотя, опять-таки, не хочется. Ну да ладно. Так, блин, опять я не туда бегу уже в который раз. Уже раз, наверное, в четвертый. И семи пятый. Так, ну я их понял, короче, призыв. Короче, красной пленкой я их уделаю сейчас всех. Уклонился.
они вообще без Доезжишь. Ой, я заговорю фразы Бонича. Да, ну хотя вообще изи, друзья, просто изи, изи, изи чески, как говорится. Ну вот и все. Разобрались с шантропой, всех раскидали. И все. Так, и маску поставили. Так, ну после этого надо обязательно сохраниться. Уж повезло мне, хорошо. Так, маска моего отца стоит на алтаре, на орнаменте, она говорит. Так, и что дальше? Пазуны. Что это мы получили? Пазуны, кажется. Ага. В общем, здесь нужно правильно фазовые луны поставить. Даже Хьюки ни одной не потратил. И два раза уклонился, заметь, Буба, два раза уклонился. Технично уклонился. Вот что значит профессионал. Да, такой своеобразный. Хьюка против призраков. Ну да, они у нас, так сказать, высасывают энергию холодным прикосновением. И у нас было очень мало жизни. Так, тут надо правильно затмение поставить, что ли. Лунные затмения, а я не помню, как там было. Предупреждаю, финальная битва хардкорище. Меня бомбило просто ужас, как пишет анимуша. Ну ладно, если что, я сохранюсь. Так, давайте-ка я не буду рисковать. Мало ли что сейчас еще тут включится, если призрак вылезет. Давайте я пойду сохранюсь. Потому что после уж такого такой битвы мне не хочется все это сначала делать. Мутька пишет, ну зачем ты его подготавливаешь? Да, пусть стример страдает. Как же страдания, да, без них никуда. Страдания и боль. Не, ну, в принципе, он просто предупредил. Он не сказал именно, когда будет бой. Он просто сказал, что дальше будет битва хардкорная. Так что, если что, я не знаю, в каком моменте она будет. Так что я просто лучше сохранюсь, а там уже видно будет. Можно просто мышь. Ага. Ну ладно, мышка. Буду тебя так называть. Так. По-моему, на ГГ завезли новые смайлики. Анимуша, у тебя, я вижу, новые два смайлика есть. Радует, что новые смайлики завезли. Меньше знаешь, лучше играешь. Да, мышка, это ты... в этом ты права. Хотя, можно сказать, это и обратный, так сказать, смысл. Так, сейчас надо сохраниться.
Так. А, их не два, пишет Моника. Ой, блин, прошу прощения, мышка. Их 4 новых смайла. Вот это уже радует. Теперь люди будут лучше проявлять свои эмоции во время стрима и в чате. Так. Так, так, так. Ну все, мы сохранились, друзья. Теперь можно смело идти на следующий бой или не знаю куда там, а решать головоломку. Так, секунду, у нас что-то было в файле. В файле было указано насчет вот этой, по-моему, какого лунных фаз. Вот, вот картинка с лунными фазами. Так. Идем дальше. Идем дальше. Нужно теперь включить тут то табло с фазами Луны, правильно выставить фазы. И, наверное, нам что-то за это дадут. Что-то интересное, я надеюсь. Так. Ну-ка. Сейчас мы что-нибудь получим. Какой-нибудь приз. Честно сказать, я думал, что это последняя будет битва с призраком, но я ошибался сильно. Так. Сейчас дойдем до этого места. Сейчас будем решать в головоломочку. Так, ну-ка. Так, понятно. Так, знаете, что я сделаю? Я сейчас возьму ручечку и запишу фазы Луны. Точнее, нарисую их просто, чтобы запомнить. Так, Е. У нас Кью, по-моему, меню было. Файлы. Хорошо, что я золотую пленку сберег, а то потом бы мучился бы долго очень. Так, вот тут. Ну-ка, сейчас мы тут пририсуем, как говорится. Фаза Луны. Где мой листочек? Хотя можно и на этом листочке, в принципе. Так. Нарисую так для себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, у нас тут салюты взрывают. Так. Первая фаза. Вторая фаза. Так, четвертая фаза. Пятая фаза. Так, полная фаза Луны. О, какие там салюты-то взрывают у нас, о. Ой, какие салютики. Все, закончили салютики у нас. Так. Ну, вроде бы все. Там свадьба рядом у вас. Да нет, у нас тут салюты просто любят повзрывать иногда. Они мушат, так что не беспокойся. Все норм. Так. Ну давайте попробуем. Эту не трогаем. Ой. Так. Как переключаться? А, вот так. Так. Сейчас привыкну. Так, вот так. Господи, целое тут неудобное управление. Так, дальше. Полная фаза Луны. Так, здесь у нас так идет. В принципе, принцип тот же. Здесь. Так, здесь у нас тоже.
Вот так. И последнее, нижнее. Так, теперь полностью черный. А, даже так можно менять. Так, ну, ну-ка, правильно сделал? Вроде бы фазы эти правильно, эти тоже вроде, ну все. Так, и... Так, и выход, и что? Ничего не произошло. Странно, странно. Я же вроде все правильно сделал. А, я, наверное, забыл применить, блин. Вечно что-нибудь забуду. Так. Так, черным цветом. Каким тут у нас? Так, и полностью черным. Блин, путаю кнопки. Так. Ну, вроде бы все. Так, и что у нас тут? А, вот же подсказка. А, так это вообще неправильно. Блин. Ой, тут еще можно и так поворачивать их. Понятно. Так, оказывается, вообще неправильно. Так, вот черным. Так, и, по-моему, блин, запутываюсь в этих кнопках. Это черным. Это правильно. Это вот так. Нет, это наоборот. Вот так. Это полностью такая. И вот так. Кажется... Кажется, вот сейчас все правильно. Так, а как применить-то? Да, нет, подожди. Так, а как? Я не знаю. Ну, вроде бы все. Выход. Блин, а что не так я не сделаю? Чуть не понял. Чё-то я тут не так сделал опять. Или какую-то кнопку не дожал. Так. Еще раз. Цветом. А я ведь сделал все правильно до этого. Что-то не сработало. Музыкальная шкатулка была активирована. Вот это поворот, вот это поворот. Так, отлично, отлично. В общем, мы это сделали. Так, какой-то потайной вход открылся. Так, что же за этим потайным входом? Да ты волшебник, да, мышка, я такой. Ну, не сказал бы, что уж волшебник. Простая головоломка, в принципе. Просто покрутить шарики. Поэтому большими способностями тут не нужно обладать. Так.
Так, это получается, что у нас тут еще? Какая-то пещера, потайной вход. А, фонарик. Так, обязательно сохранимся, обязательно. Не хочется погибать в очередной раз. Так. Что же у нас тут такое сейчас будет? Так, этот доктор Хайбар опять ее вниз куда-то тащит. Но он-то призрак, в принципе, логично. Так, здесь почему-то горит синим. Где-то здесь есть предмет. Вон наверху. Пять красных кристаллов. И, кстати говоря, могу что-то улучшить. Так, или это, или то. Так, так, так. Вот это. Так, улучшили какую-то функцию. Так, ладно. Куда нас этот доктор Хайбар затаскивает? Но он на церемонию вел, скорее всего, ту девочку. Но это, в принципе, призрак, это же как бы флешбек из прошлого показывается. Так. А пещера-то глубже и глубже становится с каждым разом. До недр земли доберемся. Так, здесь тоже что-то есть. Кристаллов, отлично. Вот сейчас мы кое-что и улучшим. Так. А, но мне не хватает одного кристалла, чтобы улучшить до конца скорость в камере. Буквально одного. Надо же, как ограничено-то. Может, еще и дадут. Блин, одного кристалла не хватает. Так, ну что ж, даже нас заводит-то в какую еще одну даль. Так, понятно. Так, они, короче, идут в этот церемониальный холл, как я понял. Нас красных кристаллов. Эх, не хватает одного синего кристалла, чтобы до конца улучшить камеру. Вот это вот, конечно. Да уж, короче говоря. Буква есть где-то. Я еще ту куку пропустил. Так я не помню, здесь 40 кукол или 30 кукол должно быть. Где же она спрятана-то? Так, а вот это я не знаю, куда бы спрятали куколку.
Да и нужна ли она? Все, ну, по-моему, все не собрали в любом случае. Так, а вот здесь я чувствую, что-то будет финальное. И двери закрылись, я думаю, уже не вернуться. Так, ладно, что у нас тут есть? Синяя, зеленая, золотая. Золотая — это 3 выстрела. Это, в общем-то, нам хватит, если уничтожить призрака. Плюс еще дополнительная комбо, если что. Главное, чтобы призрак не летал, где не надо. Не хочется потом, конечно, возиться. Тебе за игру хоть страшно было, а, за которую я сейчас прохожу, мышка? Если ты про эту игру, которую я сейчас прохожу, то в принципе страшно, ну, чуть-чуть. Ну, хотя, честно сказать, вообще нисколько, потому что я уже прошел первую Fatal Frame, вторую Fatal Frame, третью Fatal Frame, и уже четвертая как-то проще воспринимается. Меня больше всего давно пугали. Других ты не видела? Ну, первая, вторая, третья часть, они... Это трилогия. Там все как бы связано между 3 частями. А эта четвертая, она уже остальная, как бы, ну... Она уже происходит вообще по другому сценарию. Но 3 первые части, они прекрасны. Советую поиграть. Они еще были на PlayStation 2, все 3 части. Советую поиграть. Прекрасные части. Окунешься просто, я не знаю, в самый смак. Очень, как бы... И они отличаются от, вот от этой части очень сильно. Так сказать, своей оригинальностью. Хотя это тоже хорошая часть, мне очень нравится. Но страшно в этой части мне особо не было. Чуть-чуть, может быть, там в каком-то моменте. Хотя, по-моему, не помню, был ли он вообще. Так, ладно, давайте-ка побегаем, может быть, тут что-нибудь найдем. Тебе бы твой список игр пройти. О, поверь, у меня тут тоже свой список игр есть, и довольно здоровый, который нужно будет пройти. Ну, все со временем пройду, надеюсь, как говорится. Я надеюсь, что пройду. Да и ты надеюсь, что пройдешь. Хотя этот список постоянно пополняется, выходят ведь новые игры постоянно. Так что этот список будет бесконечным. Что у тебя, что у меня. Так, куда спешить? Проходить надо игры как бы с удовольствием. С маком, как говорится. Самое главное, чтобы трансляция была насыщенная, как бы интересная, вот как сейчас, например. Примерно. Там уже как бы и зрители подтянутся, и все остальное. Так, ну что ж, похоже, наверное, здесь будет финальный бой, я точно не уверен. Я вот не хочу ничего там подбирать, то, что там лежит посередине. Я хочу посмотреть еще что-нибудь, вдруг что-нибудь интересное найду. Я любительница старых и хороших игр, чем гонка за новыми. Но... Мышка, ты попала в удачный канал. Из ниже из описания я практически прохожу игры старые. PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo там, какие еще там приставки. Wii, GameCube. Ну, пока что только PlayStation 2. 3 игры прошел. И вот эту четвертую часть. Четвертую часть на Dolphin'е. Тоже Wii, по-моему, приставка, как я понял. Так что ты удачно попала. Здесь у нас как раз таки старые игры только проходятся. Я прохожу. Новые я практически игры не хочу проходить. Только в крайнем случае. А, ты на телефоне? Ну, потом, если что, глянешь. Когда будешь за компьютером. Так. Кусок маски, похоже. Сам танец Кагура. Который происходил на острове Рагетсу. Лунное затмение. Эту церемонию проводили раз в 10 лет. Но на последней церемонии произошло что-то не то. Thank you.
Саяко? Что это значит? Неужели Соя сделал маску плохо? Это должно было быть закончено, но почему? Отведите ее в камеру. Если следить за ее состоянием, то я смогу понять. Мия. Мия. Мы всегда будем вместе. Правда? Так. Ага, вот еще одна часть маски. Левым глазом. Это левая сторона. Мы, по-моему, ее получали. Хотя, может, другим персонажем. Был ведь другой персонаж, которым мы управляли, и он здесь погиб. Он был с этим кусочком маски. А куда он делся, этот персонаж? О, кукла валяется тоже, который держал тот персонаж погибший. Не буду, конечно, рассказывать, кто не знает. Чтобы не спойлерить. Особо, а то и так уже рассказал. Так, и что же в итоге? Что же в итоге? Прошу прощения. Так. А куда теперь идти? Ага. Это вот отсюда мы зашли. Может, выйти надо обратно? Так, ладно, давайте попробуем выйти тогда. Наверное, тут делать нечего. Странно, куда тело-то исчезло? Гость тоже призрак превратилась. Нет, ее не одолеть. Ее не одолеть, убегаем. Просто убегаем. Ладно, понятно, буду бежать. А, вон кукла, кстати, я, кажется, ее увидел. Или не увидел. Может, похоже было. Так, бежим от призрака. Так, бежим, пока нас призрак не поймал. Этого призрака нельзя одолеть. Так. Теперь нам надо обратно убежать. Ага, вот как. Бежим. О, это нечестно. Ой, как нечестно. Так. Надо выбраться надо. Так. Ну же, где же выход? Где же он, родненький? Все, кажется, убежали. Убежали. Так.
Так, надо еще раз сохраниться. Не хочется потом все по 10 раз делать. Так, а где же был этот фонарик-то? Наверху ли он был? А, вот, по-моему, наверху он был. Так, в итоге что? В итоге мы убежали от призрака. Получили кусок маски. Правда, я не знаю, для чего он нужен был. Сейчас мы это узнаем. Вот фонарик, все, сохраняемся. Хочется сохраниться уже поскорее. Так, отлично. Все, вот чем мы теперь выбираемся отсюда. О, привет, Саня КГН, здорово. Здравия тебе, тебе тоже здравия. Присаживайся на огонек. Видишь, проходим опять Fatal Frame. Уже, я думаю, финал игры. Давно тебя не было, кстати говоря, на стриме. Да. Так, прям потратил случайно. Так, движемся дальше. Похоже, у нас ведет куда-то призрак. Да, что-то работа меня слегка поглотила. Сейчас вот только со смены. Понятно. Ну, бывает. Я тоже, помню, так работал допоздна. Прям уж поглощал работу и уже забывал про все остальное. Присаживайся, отдыхай, как бы, смотри, наслаждайся стримом. Так что сами отдыхай. Одним словом. Работа — это, конечно, такая вещь. Непредсказуемая. Так, куда же нас ведут? А, в дом. Обратно в дом. К нашей главной героине. Так, стоп. Отец! Так, Рука бежит за отцом. Это когда, наверное, она была маленькая. Вот наш персонаж, которым мы управляем, это она сейчас маленькая. Флешбэк. Типа того. Конечно, уже напил чайку, внимательно парить в кран. Пырить в экран. Ага. Ну, раз главное, ты чайку выпил, уже хорошо. Как говорится, хороший горячий чай после трудного рабочего вечера всегда не повредит. Так, а вот и второй кусок маски. А маска ведь распалась на несколько кусков. Похоже, мы успеем ее собрать. Чувствую, конец близок. Конец игры уже близок. Так, движемся. Так, Рука плачет. Так. Ага. Отосан. Отец. Отосан. Отец. Отец. Скихами новые.
Оно завершено. Консей-сасюрю. Маска у него затмение. Отец! Честно, у нас здоровья даже нет. Нам даже здоровья не дали. Нас убили. Блин, ну, нам даже здоровья не дали. Кристаллы дали, но они нам бесполезны уже. Блин, ну ладно, сейчас тут недалеко, в принципе. А он, по-моему, легкий, он не такой трудный. Сейчас я золотую пленку достану, ему уже крендец будет от золотой пленки. Сейчас главное попасть в нужный момент. Я сейчас пойму, как он вообще атакует и как он двигается. А потом уже спокойно его, так сказать. Так, пикакошу, если так можно выразиться. Конец близок, поднажми. Конечно, не можешь. Сейчас поднажмем. Сейчас как газанем. Что ж, блин. Снесем все за собой. Так, вот мы сохранились. Тут буквально рядом идти. Фотографировать сейчас не будем вот эти картинки, потому что смысла нету. Мы и так поняли, что там призраки, все дела. Так. Если там есть ближайшая сохранялка, то можно и там сохранить. По-моему, в этом доме была сохраненка. Чтобы далеко не бегать. Ты нас скоро покинешь, мышка? Ну, мышка, если что, рад тебя всегда видеть на моем канале. Приходи почаще. Стримим, как говорится, каждый почти день, кроме воскресенья. Обычно вечером. Так что заходи в любое время, как бы вечером, на стрим. Будем всегда рады. Вся информация потом, если с компьютера будешь заходить, вся информация как бы под плеером Good Game, там все написано обо мне. Подписывайся, как говорится. Так что заходи, будем всегда рады. Так, ладно, давайте я сфоткаю еще раз. Так хочется, ну, очки получать. Постараюсь, но я не обещаю, сам ближе к вечеру на стриме. Понял? Ну, как будет получаться, заходи. Как говорится, всегда рады будем. Так, самый финал, друзья, самый финал. Так, надо бы сохраниться. Давай тогда, мышка, счастливо тебе. Переходи еще. Так, ну что ж, друзья. Давайте расправляться с этими призраками. Последний призрак, похоже, остался. Так, 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 так. Надо вот сюда зайти. Здесь есть сохраненка рядом, чтобы далеко не бежать. Ты еще не ушла, ну, я так на всякий случай, мало ли. Так, блин, мне бы здоровье дали бы побольше. Так, подожди-ка, мы же будем в этой комнате сражаться, я помню. Еще 9%, ну ты держись там, заряда нет, но ты держись. Так что, будь с нами до последнего. Может, хватит до конца битвы. Блин, ну ни одной аптечки не дали. Ну что же за... Что же за издевательство-то над игроком? Что же за издевательство? Так, ладно. В общем, сразу пленку... Вот такой здесь нет. Ну да, зеленый пусть стоит. Я сначала пойму, как он атакует и как его можно поймать. А потом уже сразу золотой пленкой его бабахну. Так, 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 вот этот кульминационный момент. Ну вы держитесь, да, Анимуша, ну вы держитесь. Так, давайте-ка, где у нас тут ближайшая сохраненка? Сейчас телефон посажу, у мужа комбат держал, а мне потом 5 минут телефон зарядил. Ну да, мышка, вот такая вот жизнь. Замкнутый круг. Одно включишь, другое... Как говорится, как это правильно сказать?
одно разрядишь, другое потом тоже разрядишь. Или ладно, в общем, короче, что-то, по-моему, не то замутил. Серега, по-моему, ты где-то был, что-то праздновал. Да нет, анимуша, поверь, вообще нигде не был. Буквально один раз на улицу вышел и все. Так, вот эта комната и все, в принципе. Там еще дальше есть дверь. Давайте-ка выйдем, я... Ну или ладно, давайте сразимся с этим призраком. Что-то неохота опять бежать. Если погибнем, то в следующий раз поймем, где близкое сохранение есть. Так, ну-ка. Так. А вот эту маску, как вы решили? Пленка закончилась. Не самый неподходящий момент. Я, кажется, понял, какого, блин. Но здоровья нам хватает. На две попытки, если что. Если у нас ранит два раза, я быстро увернусь, то две попытки есть запасные. Это радует. Ну, смотря, конечно, какой еще удар будет от него. Блин, ну я, кажется, понял. Я, кажется, понял, как удар. Он вообще легкий, честно сказать. Сейчас надо его завалить. По-быстрому. Так, пленка-то есть золотая. Сейчас поймаем его в удачный кадр. Как стрельнем? У меня же еще этот есть. Линза, которая ему хороший урон нанесет. Сейчас, короче, мега комбинацию сделаем и все, ему трындец. Так, ладненько. Сейчас мы быстренько до него дойдем. Без всяких фотографий, просто быстро добежим. Так. Сейчас мы его уделаем. Так, поставим сразу золотую. Нет, зеленую сначала. Когда он один раз там будет пускать свою вот эту маску. А потом уже золотую переключим. И как ему шлепнем золотой пленочкой. Так, сейчас быстренько надо добежать. Так, 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 так. Финальный босс игры уже начался буквально. Это финальный босс. Так, ну что ж, надо его одолеть. Он, в принципе, легкий. Там был момент, когда был, я мог его поймать. Ну, блин, ну как-то зубленка закончилась. Вот этот, конечно, момент был... Эх, очень такой... опасный момент. Ну, давай, давай, мани нас, призрак. Мани в свое логово. Сейчас мы тебя... Мышка, ну ты там держись, у тебя еще 6%. Держись, держись. Может быть, я сейчас успею его завалить. Хотя бы в эту попытку. Блин, конечно, вот если бы хоть одну дали бы, я не знаю, травку там или что-нибудь, как вот эту пилюли, которую дают. Так, шина чуть-чуть. Так. Так, а если я за ним не пойду, то вот тут вот дальше есть, интересно, сохраненка. Ну-ка, я сейчас нажму на вот эту. Вот есть дальше проход. А куда он ведет, это нам предстоит уже узнать. Я уже даже не помню. Хотя, что тут бежать-то, господи, не так-то уж далеко. Тем более без всяких, как говорится, вспышек. Так, 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 сейчас мы тебе сделаем. Сейчас мы тебе сделаем хорошую маску. Лунного затмения. Так, отлично. Взяли кусочек. Хотя зачем он нам, непонятно. Так, ну-ка. Так,
Давай, иди сюда, ты. Так, иди сюда, призрак. Сейчас мы тебя сфоткаем. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то нам Блин, вот почему так быстро так завалил-то? Он еще так появился резко, блин. Короче, ставим сразу золотую пленку без колебаний и все. Так мы его сможем поймать. Сейчас мы все сделаем. Так, сейчас мы быстренько его. Все, ставим золотую пленку без колебаний. Не будем ждать до конца, пока накопится энергия. Почти до конца, когда она накопится, тогда и выстрелим. Все, в принципе, тут вообще все на изичах. Сейчас мы его быстро золотой пленкой-то угробим, как говорится, второй раз. Так, это получается три выстрела. Три выстрела нам вполне хватит, чтобы его завалить. Так, я сразу поставлю. Так. Это как я сейчас Саня на боссе. Сейчас пять раз смотрю одну заставку. Ну да, мышка, примерно вот так у нас происходит стрим. Тянем, как говорится. Но все же стараемся. Ну вот сейчас я уже точно понял, как его убить. Это точно. Сейчас я поставил золотую пленку. Сейчас моментальный кадр, и когда он нас атакует, я его поймаю уверенно. И даже спецснимок сделаю с помощью линзы. А с помощью линзы нам, как бы линза, она удваивает эффект снимка. Ну, мощь. И получается, мы хорошее комбо сделаем. Я думаю, два таких хороших этих. И ему кирдык. А может быть, даже и одного хватит. Сейчас, в общем, проверим. Давай, ты, масочник. Иди сюда, сейчас я тебе сделаю маску у нос отмения. Так. Блин, столько проходили эту игру, и уже вот финал, наконец-таки. Так. Так, вот он, заветный призрак. Ну давай, иди сюда, ты призрак. Призрак недоделанный, давай я тебя сейчас накажу по полной. Что-то меня так и прет его уделать, этого призрака. Не знаю, что-то уж очень хочется его сфоткать. Так. Так, отлично, маску получили. Сейчас быстренько бежим к призраку. Ладно, мастер масок, сейчас мы тебя уделаем. Так. Так, попался. Так, ну-ка. Есть, отлично. Неплохо, мало процессов. Так, ты где? Где он? Я не вижу. Опять он свои маски пускает. Хватит нас своими масками убивать. Да блин, как? Еще под конец так жизнь быстро ушла, прям под самый конец. Ой, господи, блин, ну это нечестно, это просто нечестно. Ты его на изичек победил? Пишет анимуша. И как, интересно, хотелось бы узнать. На изичах. Блин, ну,
Ну это вообще нечестно, он меня сразу убивает одним ударом. Я даже не аптечек, ничего. Он все еще меняет стратегию, блин. Ну я вроде бы сделал ему урон. С двух снимков. Ну, не знаю, какой-то ты комбо использовал, чтобы с двух снимков его копнуть. Так, ну блин, золотая пленка. Вот еще надо, конечно, поставим-ка за зеленую. Не будем рисковать сразу золотой пленкой. В принципе, зеленая тоже неплохо, как говорится, урон наносит. Проблема в том, что у него вот эта маска еще летающая, которую он ее пускает. Я просто убегал много, и он меня не трогал. Ну, спасибо за стратегию, анимуша. Может, я попробую эту стратегию? Хотя бы попробую, в принципе. На подсказку, в принципе, это так не похоже. В принципе, побегать можно. Так. Попробуй-ка побегать. А мы сейчас побегаем. Ах ты, масочник такой, а? Заманиваешь на свое гнездо. Ну чё, сейчас мы это гнездышко-то почистим. Два процента, Мунька, ну ты держись, держись, 2%. 2% осталось, держись, Мунька. Ой, блин, мышка. Господи, никак не могу привыкнуть. То есть ты мне сказал, что ты тебя мышкой назвал. Вот. Ну, держись, в общем, мышка. Так, 2% у мышки осталось. Надо как-то хотя бы в этот раз выиграть, чтобы мышка увидел, что мы смогли его одолеть. Я сейчас на свой телефон прыгну. Мышка, держись, держись. Немножко осталось. Финал игры, финал игры. Надо уже добить этого призрака последнего. Надо его одолеть. Ну ладно, я сейчас тогда попробую, как ты говоришь, анимуша, побегать, чтобы его, этого призрака обмануть, или чтобы он нас не трогал. Ну блин, у нас так мало здоровья, но это вообще, конечно, не дали ни аптечек, ни чего-то подобного. Очень, половина здоровья, чуть-чуть больше. Есть пленка любого практически качества, но нету ни одной хилки. Ни одной хилки. Почему так, не понимаю. Как будто под последнюю главу, последние две главы разработчики вообще отказались ставить хилки. Так, вот призрак маленькой руки. Так, вот этот масочник, наш финальный босс. Сейчас мы его, как говорится, сделаем ему маску на лицо смертельную. Он, конечно, нам не сделает. Так, надо подумать, как бы его так поймать. Так, ладно, пропустим катсцену. Золотая осталась.
Так. Отлично. Так. Ой, сзади, 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 сзади. Так. Есть. Да ладно. Да ладно, я его выиграл. Я его выиграл. Ну-ка, что с ним? Рука. Лунное затмение начинается. Так, и что? Я его одолел. Лунное затмение, оно потихоньку смещается, поэтому с каждой главой нам показывали вот это затмение, когда мы заканчивали. Теперь уже понятно. Конечно, живой сохранится, блин. Столько проходил, чуть не с копыта не откинул. Так. Отлично. Так, подождите. Так, анимуша, ты там задавал какой-то вопрос. Давай-ка я сейчас прочитаю. Кстати, Серега, я тебя вспалил. Недавно ты в группе ВК состоишь Marvel DC. Ты гик, оказывается? Ну, да, есть немного, конечно, анимуша. Это верно подпалил. Так. Так, альбом мы не будем сохранять. Так, 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 так. Так, что там у нас дальше? Интересно. Так, ну тут у нас 11 глава, напоминание, то, что уже было в 11 главе. Мы ее это читать не будем. Это мы уже знаем. Ага, вот, финальная глава, Рука Миназуки. Нулевая стадия, что ли, переводится. Так, и что же? Показали луну и маяк, к чему-то непонятно к чему. Так, на Стражей Галактики 2 пойдешь? Я вот, да, спрашивает анимуша. Ну, на Стражей Галактики я там первую часть даже не видел до сих пор, если честно, так что на вторую часть пока что не хочу идти, лучше посмотрю дома. А так, конечно, я бы хотел пойти. Так, одну секунду, друзья, сейчас отойду на минуту. Так, я вернулся. Он ушел, но обещал вернуться. Так, в общем, что у нас тут вышло в итоге? В итоге начинается какое-то лунное затмение. Так, ну это мастерская, где делают маски, как я понял. Мой отец, в общем, ее отец тут был и делал маски. Я помню звук, говорит рука. Вот это все начиналось тут, что ли? Его лицо. Оно было круто, что ли? Но я не могу вспомнить его лица, говорит рука. Какие тут различные маски делали.
Так, что тут у нас интересно? Так, маска луновое затмение, здесь говорится. Так, ну, это я все пролистаю. Вот так, по-быстрому. В принципе, и так понятно, для чего эта маска, там, церемонии, потусторонний мир, чтобы попасть, все дела. Это мы уже знаем, в принципе. Так. Эта записка еще была. Ох, сколько тут предметов-то. Двадцать красных кристаллов, отлично. Вот как раз. Вот, улучшили. Что-то еще было. Так, дневник Сони. Все равно не понимаю тут, что написано, так что смысла это как бы особо читать нету. Так-то примерно понимаю, но не до конца. Внутри вечности небытия. Я верю в чудеса Сакуи. Проснувшийся. Как цветы, открывающиеся в ночи. Мирный, величественный. Теперь проснувшись на острове, Сакуя блуждает. Люди, которых Сакуя видела, все они расцвели. Некоторые люди пытались сбежать в море, другие прятались под землей. Скоро она придет в это место, чтобы мой подземный храм, где я провел свои дни в тихой работе, чтобы сделать маску лунного затмения. Так, это говорил ее отец, она говорит, рука говорит. Двинуть алтарь, ну двинем. Тут что есть? Что-то еще горит, не пойму, что именно. Ага. Есть кристалл, отлично. Как раз сейчас полностью улучшим. Все, камеру полностью мы улучшили. Отлично. Так, и что же у нас там дальше? Твой голос, по-моему, хорошо подошел бы под диктора на заставке, со стороны звучит по атмосфере игры. Ну да, есть такое дело, немножко похоже.
Упс, а что я потратил? Какую-то пленку. Ой, блин, золотую пленку потратил на этого призрака. Ну, замечательно. Ну и ладно. Так, куда ты нас опять манишь? Блин, я еще потратил золотую пленку, но вообще прекрасно. Сейчас посмотрим, куда нас приведут. Интересно узнать. Так. Ну-ка. Так. О, нет, опять этот отвратительный призрак. Оставил, интересно? По-моему, ничего не оставил. Так, здесь какая-то пещера глубокая. Так, может упасть на скалу. Давайте пройдем, что теперь делать. В другом-то месте нам некуда идти. Так, где мы оказались? Два пути, что ли? Ой-ой-ой, сколько тут всего. Так, отлично. Это показывают дойти. Так, а если мы сюда пойдем? Какая-то дверь. Закрыто. А почему закрыто, непонятно.
Так, ладно. Пойдем тогда за этим призраком. Хотя там еще был проход какой-то. Интересно. Так, поднимаемся. Ну-ка, вообще, что это за пещера? Так, пойдем тогда сюда. Воу, так. Пугайте, чем флешбэками-то. Так, еще 15 кристаллов дали. Тоже какой-то тотем из масок. Еще одна. Так, ну уже понятно. Блин, так обидно то, что потратил пленку золотую буквально случайным дурацким кадром в обычного фантома. Забыл вообще убрать ее. Куда теперь идти? Наверное, на выход, скорее всего. Чем я понял, здесь пещера. Сакуя, скорее всего, здесь была. Та женщина в красном кимоно.
куда интересно идти. Допустим, я выйду отсюда. Правильно иду, интересно. Ой, так. Дверь не открывается. Значит, мы что-то там упустили. Так, ну ладно, друзья. В общем, сделаем так. Я, наверное, сегодня уже сейчас закончу трансляцию. В общем-то, мы сохранились на последней главе. И, в принципе, там уже можем потом продолжить. Мы-то, в принципе, тут немного прошли. Тут что-то обычно мы просто ходили. Один призрак был, и то он легкий, в принципе. Его можно легко одолеть. В общем, друзья... Всем спасибо, кто смотрел, кто был на трансляции. Вся информация на подплеером Good Game. Подписывайтесь, лайкайте, следите за анонсами. Так что, друзья, завтра будет стрим вечером по расписанию. Так что, друзья, приходите, последнюю главу пройдем. Закончим этот, как говорится, кромешный ад, который мы проходим с призраками. Так что, друзья... Всем спасибо, всем, кто был на трансляции. В общем, завтра будет стрим. Приходите вечером, по расписанию буду всех ждать. Всем спасибо, друзья. Всем пока.